все времена. Живите в ладу и гармонии, и пусть будет жизнь ваша освящена любовью Петра и Февронии. На этот праздник мы решили проводить это мероприятие, потому что сейчас, может быть, несколько медленно, но все равно меняются принципы в обществе, меняются ориентиры. Ориентир идет на семью, на детей. И для того, чтобы об этом лишний раз вспомнили мы, чтобы лишний раз об этом подумали, и мы устраиваем этот сегодняшний фестиваль и хотим в это оздоровление общества, в эту тенденцию внести свой маленький вклад в нашем фестивале. Поздравляю вас с этим светлым и радостным праздником. И, наверное, все, кто здесь стоят или хотят создать счастливую семью, или, если она уже создана, то хотят, чтобы она была крепкая, приумножалась в ней любовь, доброта, верность. И такой появляется вопрос. Как вообще создать хорошую, счастливую семью? Когда одна девушка обратилась к батюшке и сказала: «Я вот, только у меня дорога храм, работа, а когда я познакомлюсь, а когда я создам семью, я хочу, чтобы детки были, да, любящий муж». И батюшка ей ответил: «Слышно меня там, кто вдалеке?» «Да». «А, ну, слушайте, что он ответил. Он ответил: был бы огонек, а светлячки налетят. То есть самое главное, чтобы у нас был огонек. Огонек доброты, веры, чистоты, любви». Вот еще один батюшка говорил: тот, кто хочет создать счастливую семью, он должен молиться и делать добрые дела. И он сам о себе рассказывает. Когда он был еще молодым человеком у бабушки в гостях, то он пошел за водой на колодец и увидел красивую девушку. Ей он предложил помочь и донес ей ведро с водой в первый раз. В третий раз он спросил, как ее зовут. В пятый раз он узнал, где она живет. А в седьмой раз сделал предложение. И буквально в первый же день свадьбы они поругались, а до этого они договорились, что друг друга прощают на 10 лет вперед за все обиды. И в первый же день поругались. Она обиделась на него, надула губки, и он ей говорит: «Любимая, но мы же договаривались». Она: «Ах, я забыл, ну да, прощаю». Вот, и если мы обижаемся, то, по крайней мере, нам нужно говорить, за что мы обижаемся. А то, бывает, муж уходит в ванную, да, а выходит из ванной уже разведенный. Жена ему кричит чего-то, она говорит: «Ах, ты не отвечаешь? Ну все, я ухожу». Вот на что женщины могут обижаться? На что угодно.
Например, когда я встречался со своей матушкой, со своей супругой, еще когда мы были юные совсем, то я ей писал в письмах, что она моя ласточка, она моя милая. Один раз написал: «Ты моя дорогая». И она обиделась. Она сказала: «Милый, ну почему так сухо, дорогая?» Она меня держала в тонусе и держит с самого начала. Вот. «Ты меня, — говорит, — разлюбил». Ну и я исправился, и вместо «дорогая» стал говорить: «Моя ласточка, моя нежность, мое сердце». Вот. И, конечно, в семейной жизни нам необходимо не ругать друг друга, а друг друга хвалить. Хвалить, потому что, когда мы человека хвалим, то он старается все равно быть, ну, хоть как-то похожим на того, какого его хвалят. А если мы будем ругать, оскорблять, то все равно ничего не добьемся. Будет только сплошные проблемы. Конечно, в семейной жизни нам необходимо забывать о себе, не думать о своей выгоде, не думать о своих каких-то эгоистических желаниях. Нужно всецело думать только о своем супруге, о своих детях, тогда семья будет действительно крепкая, сильная и здоровая. Все, уважаемые жители района Гальянова и гости нашего района, от имени администрации района Гальянова, именно управы, хотелось бы всех вас поздравить с столь замечательным, светлым, любимым праздником. Я бы хотела пожелать в первую очередь здоровья нашим семьям, счастья нашим семьям, благополучия. Тем, кто еще не нашел свою половинку, я желаю как можно быстрее найти свою любовь. Тем, кто очень хочет ребеночка, я желаю, чтобы Господь Бог помог им и осуществил их мечту. Всего самого-самого вам наилучшего. Наслаждайтесь сегодняшним прекрасным солнечным днем и данным мероприятием. С праздником вас! Добрый день, уважаемые жители! От Совета депутатов мы вас поздравляем с праздником. Желаем прежде всего любить и будьте любимыми. И, конечно же, чтите традиции, которые у нас есть, потому что День семьи, любви и верности – один из важных праздников, которые в нашей жизни есть. Спасибо большое храму, спасибо большое артистам, администрации за помощь в организации праздника. И, конечно же, все вместе мы сможем построить такой замечательный храм, и он будет только украшать наш парк. Спасибо вам большое, всего вам доброго. Певцы и артисты, все они желают подарить радость гальяновским жителям и поддержать храм. Когда мы искали выступающих, то когда речь заходила о том, что это будет что-то стоить, о гонораре, то с такими сразу же прощались. И только те, кто просто хотят порадовать людей и поддержать храм, только они приехали к нам и будут радовать своим пением, своими танцами наших жителей. Море вернулось говором чая, чуть-чуть погромче, песни прибой, рассвет пробудит сердце, как друга море встречает, сердце, как песня, летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с собой.
И День семьи и верности, он и нам напоминает лишний раз о том, что нельзя быть эгоистами, что настоящее счастье – это тогда, когда мы отдаем свою любовь, свое время, когда мы жертвуем своей раздражительностью, обидчивостью. И только живя по таким принципам, можно быть настоящим человеком и по-настоящему счастливым. Поздравляем, и мне кажется, они способны на большее. Это замечательный, добрый праздник, да, мы рады всех видеть на Многоколегляновском пруду. Мы постарались создать атмосферу любви, прежде всего, да, Петр Феврония – это наши небесные покровители, которые защищают, охраняют любовь, семью. Я желаю всем в этот прекрасный день любить друг друга, заботиться друг о друге, быть счастливыми. Хочешь уйти, позабудь, хочешь забыть, уходи, не изменить самое суть, не исповедить пути. У нас проходят разные акции, и благотворительная ярмарка, и различные мастер-классы для детей. Как мы можем увидеть, и батуты, и различные аттракционы. Все это устроено для того, чтобы гальяновцы почувствовали настоящую атмосферу праздника, и дети, и взрослые, и сердца их в этот светлый добрый праздник ликовали. Io sarò con te.
В этот праздничный день хотелось бы пожелать всем, тем, кто желает, обрести семью. И не просто обрести семью, и обрести любовь. Не только ее обрести, но и приумножить. Хотим еще пожелать здравия всем тем семьям, которые, несмотря ни на какие тяготы и лишения, сохраняют свою любовь. Они для нас большой пример. Желаем вам крепости и, как Петр и Феврония, умереть в один день. Я очень рада, что в нашем районе Гальяново празднуется сегодня такой замечательный семейный праздник. Сегодня праздник Петра и Февронии. Сегодня ликует наш район, наш храм организует праздник, играет игры с детьми, ярмарку. И мы очень рады. С вами, пусть он не отлетает, никогда не оставляет. Ну а мы, конечно же, сами для себя делаем так, живем по совести, по чести и, конечно же, с Божьей помощью. Следующая песня называется «Одна жизнь на двоих». Она вышла в сериале
который также называется «Одна жизнь на двоих», недавно, буквально пару месяцев назад. Поэтому для вас моя новая песня «Одна жизнь на двоих». Открытый для всех наш храм. Мы ведем большую социальную деятельность, стараемся помогать и тем, кто в трудной ситуации, кому тяжело. И в то же время, конечно, ждем всех, у кого есть такая возможность, приходить в наш храм, получать радость, общение с Богом, получать помощь. Потому что если мы Бога не просим, то Ему, конечно, сложно нам помочь. Некоторые считают, что сложно ходить в храм, быть верующим. Это сухо, это скучно, это неинтересно. На самом деле, человек, который ходит в храм, он ничего и не теряет. Самая главная цель в жизни, для чего человек живет, для того, чтобы дарить радость другим, для того, чтобы быть с Богом, он это свое предназначение исполняет. И все, кто желает попробовать прийти в храм, поговорить с батюшкой, может исповедоваться, причаститься, мы всех ждем. Я обещаю никого не ругать, не обижать, не унижать. Наоборот, я обещаю хвалить, говорить, что вы молодцы, что вы пришли, что батюшка не страшный и не сухарь, а настоящий, тоже человек добрый. Мы всех вас ждем. До тебя никогда, никогда, никогда.
чувств и эксклюзив. Только попроси меня опять танцевать. Эти килогерцы попадают в сердце. Я любить вас обещала.
сердечно поздравляем всех гальяновцев с Днем Семьи, Любви и Верности. Это удивительный, светлый, радостный праздник. Все мы являемся членами семьи, все живем в семье, потому что даже если в семье два человека, допустим, мама и дочь или внучка и дедушка, все равно это семья. И очень хочется пожелать, чтобы жизнь в наших семьях была светлая, радостная, чтобы мы друг друга радовали добрыми словами. Жизнь одна, она больше не повторится. Времени на самом деле очень мало, и хочется, чтобы мы это время тратили на добрые поступки, на ласковые взгляды, на светлые слова. С праздником, дорогие гальяновцы! Хочется выразить огромную благодарность всем, кто помогал устраивать это мероприятие. Это и управа, и сотрудники полиции, и муниципалитет. Но, конечно, особую и наибольшую благодарность хочется выразить нашим артистам, певцам, которые совершенно бескорыстно приехали на сегодняшний праздник. Артисты и певцы, они, как только представилась такая возможность сделать это доброе дело бескорыстно, они сразу же откликнулись и сделали все возможное для того, чтобы прибыть и порадовать гальяновцев, поддержать наш храм. И мы очень их за это благодарим. Мы рады, что есть на земле такие удивительные люди. И это просто счастье и радость, и действительно настоящий праздник, что такие люди есть на свете. И печали.
будьте счастливы. До новых встреч. Аплодисменты вам, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Спасибо всем. Спасибо, Гальянова. До новых встреч.